Улыбчивого всем настроения! Сегодня в видео у меня будут 6 игрушек, 3 балеринки и 3 лошадки. Вязать я начала с балерин. Здесь у меня уже есть заготовочки, есть фатин. Балерины будут в 3 моих самых любимых цветах. Это лавандовая, розовая и пудровая. Здесь я уже приготовила фатин для юбок. Здесь у меня уже есть заготовочки. Когда я вяжу игрушки партиями одинаковыми, я вяжу их как конвейером. Все детальки, все заготовочки, чтобы потом в конце на выходе у меня сразу получалось нужное количество готовых работ. Итак. Первая балеринка будет в лавандовом, она почти готова. Следующая в розовом, вот так она выглядит. И пудровая у меня еще в процессе, от нее только ножки. Кукла связана по описанию Анастасии Макеевой. Маленькая леди. Мастер-класс есть у меня на канале, только немножко другое оформление. И для балеринки я делаю ножки немножечко длиннее, 18 рядов. А так все идентично кукле по описанию «Маленькая леди». Мастер-класс есть у меня на канале. И на юбку, пачку из фатина для балерины тоже есть мастер-класс у меня на канале. Осталось достаточно еще много работы. Нужно довязать все детальки, прически, одеть причесочку, пришить и плюс разрезать фатин на полосочки для изготовления юбок. Сейчас я буду довязывать все детальки. Покажу вам уже готовый результат заготовок. Ну и дальше буду показывать все процессы, которые у меня будут происходить. Итак, у меня все заготовочки готовы, балеринки все связаны и собраны, и сшиты. Единственный момент, глазки наметила бусинками, такая пудровая, розовая и еще одна лавандовая. Пока девчоночки у меня вот в таком виде. Галышки. Для них я уже сделала юбки. Юбки выглядят вот так. Юбка-пачка. Мне очень нравятся эти воздушные облака фатина. Смотрится очень-очень нежно. Сейчас я буду одевать и пришивать юбочки. Пришивать глазки. И останется только оформление нежный румянец. И добавить цветочек в причесочку. И все, куколка будет готова. И сейчас вы уже увидите готовый результат. Все 3 балеринки готовы. Вот такая в розовом цвете. Вот такая в лавандовом. И еще одна в пудровом цвете, очень нежная, очень красивая. Вот так выглядит. Куколки готовы. И сейчас я приступаю к изготовлению 3 единорожков лошадок. Итак, заготовочки на лошадки-единорожки. Я начала с вот таких заготовок тельца. Будет у меня 3 единорожки. Это самая большая деталька. Ножки ввязываются в тельце. Дальше тело и ручки ввязываются тоже в тельце. Поэтому получается одна вот такая большая цельновязанная деталька. Практически половина игрушки готова сразу.
Вот такие безголовые у меня лошадки, заготовочки сейчас смешные сидят. Будет в молочном цвете, в розовом и в сером. Дальше мне останется связать только голову и все мелкие детальки. Все это сшить. И дальше еще один кропотливый этап. Это наборка гривы. Игрушечка замечательная, хорошая. Вяжу я таких лошадок давно и много. В разных абсолютно цветах. Ну вот сегодня у меня три таких самых популярных лошадки. Здесь еще нету лавандовой, которая тоже очень-очень популярная. Но вместо лавандовой у меня будет молочная. Все лошадки перекликаются между собой в цветовом решении, поэтому они будут смотреться очень вместе, очень гармонично. Итак, я продолжаю вязать все мелкие детальки, и уже через секундочку я вам покажу все, что у меня получилось. Здесь у меня целая корзиночка всех заготовочек. Все связала. Одна голова, вторая голова и третья голова. И в корзинке все мелкие детальки, ушки, рожки и подковы. Сейчас я это буду все собирать, пришивать и начинать оформлять. Вот все и готово. Три лошадки-единорожки готовы. Вот так выглядит первая, молочно-сиреневая. У нее трехцветная гривка и такой же трехцветный хвостик. Вот такая красотка. Вторая лошадка розовая. Вот такая. Тоже с лавандовыми вставочками. У нее двухцветная гривка и двухцветный хвостик. Нежная, миленькая. И третья лошадка в серо-лавандовом цвете. Выглядит вот так. У нее двухцветная гривка и такой же двухцветный хвостик. Замечательное сочетание всех лошадок. Все цвета перекликаются. Лошадки все очень нежненькие, миленькие. Обожаю эти игрушечки. На этом я план выполнила. Все, что мне нужно было, я сделала. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.